Привет, это фастфуд-симулятор, мы находимся в моей бургерной на втором этаже, который я купил в прошлый раз. И сегодня у нас проходит фастфуд-фестиваль. Если мы продадим 15 пицц, мы получим $300. Это очень щедрый подарок. Мадам, зайдите купите пиццы, зачем вам этот 7G? Ну куда ты пошла? Ну етить колоть. Ладно, короче. Чтобы мы продали как можно больше пиццы, нам нужно изменить меню. Нам нужно снизить цену на пиццу, чтобы она стала более привлекательной. И тогда толпы пойдут ко мне. Но пока мы ждем посетителей, я предлагаю почитать письмо, которое мне пришло сегодня с утра. Здесь нас просят починить какой-то старинный легендарный паб, и за это нам заплатят 6 косарей. Этого будет достаточно, чтобы открыть эту тайную дверь. Чтобы ее отпереть, мне нужно всего лишь 9 косарей. Пятерка у меня уже в кармане, если будет шестерка, то и будет девятка. Уже вечереет, а я всего 3 пиццы продал. Ну что это за днище? Киса, бездомная киса. Хочешь, я угощу тебя пиццей? Решил почитать отзывы снова и говорят, что 4 звезды, но у вас нет досуга, извините. 3 звезды, вообще нет досуга, извините, не советуют извинить. Короче, я пришел к выводу, что мы закрываемся. И на втором этаже я сделаю здесь бильярдик. А еще я нафиг изменю, выкину всякие чизкейки, яблочные пироги. И оставлю только пиццу, чтобы только ее покупали. Досуга им не хватает. Сейчас я им такой досуг здесь организую. Бильярдный стол. Где вы в кафешке бильярд видели? А у меня он есть. Да еще играя в бильярд, вы можете послушать музыку. И поиграть в автомат. Все, подключил, главное, чтобы это нафиг все не сгорело, а то если еще и чинить это придется, я помру. У меня тут еще особое появилось. Можно вот такие вот автоматики купить. Ультрафиолетовые лампы, часы в виде яишенки, вот, кстати, часы бы не помешали мне. Над мусоркой их шлепнуть вот так вот, и вообще красота. Молодчик Чак, вот это уже другое дело, вот это бизнес я называю. 3 столика уже занято. Тут денежки кто-то оставил. 4 пиццы продано, сейчас будет еще и 5. 5 пицца тоже продана. Мадам, ну зачем вам кофе? Садитесь, берите пиццу, она такая вкусная. Фестиваль же. Слышь, ты нафига кофе взяла? Фестиваль пиццы идет. Быстро пиццу пошла, взяла. О, музло играет, кто-то музло врубил. Так, 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 кто это у меня на второй этаж поднялся? Ну-ка, 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 ну-ка. Нафига себе, она дэнсит тут. Да ты могешь. Так, а что у меня там по отзывам? Хорошее заведение, но грязно. Вообще нет досуга. Да вы что, оборзели что ли? Я вам тут и музыкальный центр, игровой автомат, и бильярд поставил. Это знаешь кто? Это ресторанные хейтеры. Они специально это пишут. Слушай, дружище, я тут подумал, что на заработанные деньги от фестиваля $300, я их потрачу на пол. А то у нас какой-то стрёмный пол. Вообще, зачем я делюсь с тобой этой информацией, а? Оп-оп-оп, ну-ка пойду посмотрю, что там у нас наверху. Тут, короче, народ сюда прет. Вау, Дэн снова. Блин, да у меня тут оживленно вообще. Там, вон, смотри, народ сидит, от меня только что два челика ушло. А тут вообще тараканы живут. Надо продезинфицировать срочно, а то мои безмозглые кухарки самостоятельно ничего не сделают. На, занюхни. У них у всех один танец. Скукота. О, пожарная приехала. Давно не было вас. Все пучом, да? Все огонь? В смысле, все нормально. Огонь это ваша профессия. Ну че, бильярдик, зря я тебя походу купил. Никто до тебя не доходит. Всем нужен только музыкальный центр. Ну ничего, ничего, скоро и твое время настанет. О, наконец-то кто-то в игровой автомат зарубился. Но автомат стремноватый, синее свечение. Оно превращает людей в дебилов. Ты посмотри, у него рот открыт, он втыкает в этот монитор. Все, наигрался? Или я тебе просто помешал, в ухо орал? Ну чё, прошло прилично времени, пришло время почитать отзывы. 4 звезды. Искал, чем занять себя после завтрака. Но в заведении нет развлечений. Я вас искреню. Я вас на кол таких сажать буду и сжигать. 4 звезды. Искал, чем занять себе после завтрака. Так, это походу один человек писал. Хорошее заведение, но грязновато. Где грязновато? У меня не мышей, у меня все отремонтировано. У меня уборщик за $50 есть. 4 звезды, все понравилось, особенно уют. Вот, вот это хороший отзыв. 4 звезды, хороший сервис, меня быстро обслужили, я доволен. Вот этим чувакам нужно скидку сделать. Выясни, кто нам хорошие отзывы делает, и делаем скидку, понял? Это что такое? Это что такое? Где мой мусор? Уборщик? Уборщик? А ну пошел быстро убирать. Вот это что такое? Я не понял. Давай подметай быстрее, а то нам там сейчас отзывы такие напишут.
Задача выполнена, 15 пицц. Я продал 15 пицц и получил $300. Но фастфуд-фестиваль продолжается, теперь мне нужно продать 15 бургеров. Ребята, мы закрываемся, извините, нам нужно меню переписать, еще и холодос починить. Ух уж эти холодосы постоянно ломаются. Пиццу в топку, теперь мы продаем бургеры. Будем оправдывать свою вывеску. Мы же Бургер Найт. Закупаемся продуктами. Заодно надо посмотреть, что там в автомате 7-Up. Аренбух у нас закончился. Ох, ё-моё, с каждым разом все больше и больше коробок. Ну это капец. О, пришло опять это зло вонючее. Ну что ты здесь плачешься? Интересно, если я тебе не буду денег давать, ты долго здесь будешь стоять? Местным охранником будешь у меня работать? Хочешь на полставки? Ой, какой ты стрёмный. А грузчиком не хочешь поработать? Я тебе могу мясцо дать. На, вот еще кетчуп есть, держи. Вот тесто для булочек. Сооруди себе бургер. Ну вот зачем тебе бабки? Я тебе еду предлагаю. Ты что делаешь? Эу. Хип-хоп, е-е-е. Покидай лаванде. Самое печальное, это то, что мой склад морозильный почти забит. Еще один стеллажик остался. Ну короче, ладно, ребят, вы тут управитесь, я надеюсь. Если не управитесь, я вас всех в морозилку запихаю. А у меня уже вторая почта пришла. Офигеть. Можно я входящий посмотрю, что там еще? Семья хотела открыть на побережье океана свое кафе. Как-то мимо они проезжали мимо моего ресторана и не смогли проехать мимо. Им очень понравилось. Особенно мой интерьер и то, как мы все обустроили. Они считают, что лучше меня никто не обустроит их кафе. И за это они дадут мне 8000. Но подождите, мне вначале нужно с пабом разобраться. Так что погнали в паб. Раньше это был очень крутой паб, но потом там произошел пожар. Теперь новые владельцы хотят вернуть его к жизни. Убери весь мусор, реставрируй все, что сломалось, создай интерьер и декор, который подошел бы для ирландского паба. Писы. Этот паб добавлен в игру как почти идеальная копия паба Корзу Паб в городе Львов, Украина. О, нифига себе, это точно копия этого паба? Офигеть. Ну я, конечно, там не был, я не знаю, как там. Если там кто-то был, то напишите, пожалуйста, выглядит он так же или он в реальности по-другому смотрится. Ну а я приступаю к уборочке. Погнали. Ну что, наш ирландский паб отреставрирован. Пойдем, я тебе покажу, что, как, чего, как. Значит, мы входим. Здесь у нас небольшой столик с прекрасным видом на улицу. Тут у нас бар. Сидят все за стойкой, пьют там пиво, еще что-нибудь делают. Тут у нас телевизор, смотрит футбики или какие-нибудь развлекательные телеканалы. Тут у нас касса. Тут у нас кухня. Все четко. Хотел большой холодос сюда впихать, но он не влез. Поэтому будут пользоваться маленьким. С кухни мы можем попасть так же, как из бара, в туалет. Вот такой вот. Не понимаю, почему здесь нет дверей. Уже в каком заведении у нас в туалет свободный проход без дверей? Здесь стоят вот такие вот раздельные кабинки.
Две раковины, рыльно-мыльные принадлежности, сушилка, и дальше мы спускаемся в подвальчик. Самое интересное место. Здесь у нас и картины, и огромная плазма, и посидеть, и поесть, и поболтать, и поиграть в игровые автоматы. Их тут целых два. Картины роскошные и бильярд, конечно же. В подвальных помещениях бильярд – это просто кошерно. В общем, вот такой вот у меня паб получился. Думаю, что заказчики оценят. Завершаем. Все по 100% и 6 тысяч у меня в кармане. И, конечно же, мы уже знаем, что делать с этими деньгами. Правильно. Расширяем второй этаж. А здесь снова барахолка. А тут выход на террасу, который стоит немереное количество денег. 16 тысяч. Это будет сильно, конечно. Теперь вот это все барахло я могу переместить сюда. Тут у меня будет кафешка. О, вот и Патрик прибежал. Давай, убирайся. Ладно, Патрик, я тебе помогу, а то я уже не могу на этот мусор смотреть. Ты такой долгий. Переносим теперь бильярд сюда. Хотя нет, слушай, не буду я его переносить сюда. Здесь такой прекрасный вид. Наверное, я здесь сделаю кафешку. Эй, Барбара, ты переезжаешь. Мы едем наверх. Походу, я переношу кафешку вместе с Барбарой. Вот так вот. А вот и Барбара. Ну как тебе твое новое местечко? Будешь теперь созерцать не в стенку, а в окно. Там такой прекрасный пейзаж. Ну а тут можно расширяться. Теперь я смогу принять больше посетителей. Обломись, денег не хватает. Ладно, пойду в банк, снова косарь займу. И еще же я хотел здесь пол поменять. И пол я сделаю такой, который я еще не делал нигде. Это будет ковер. Вот такой вот ковер. О, да. Кто-то же из посетителей хотел уюта. Так вот, получайте. Но в целом смотрится плюшево. Очень круто. Осталось еще что-нибудь с потолком сделать. Была бы моя воля, я бы еще и плюшевый потолок замутил. Но сделаю самый стандартный плиточный. И это только здесь. А тут у меня будет красота неописуемая. Под стать имперским обоям. Блин, деньги кончились, не хватило потолок докрасить. Капец. Ну, походу, это буду делать уже следующим днем. Когда клиенты бабла принесут. А, мне же еще и банку 1300 надо отдать. Я разорен. Придется продавать свою кафешку.